Приветствую на канале AsmodayPlay. Мы продолжаем играть Sniper Elite 3, если не ошибаюсь, Elite. Проект Эпидемия. Это то, что данные в Оазисе упоминали о таинственном задании Валена в Африке. Я должен был найти ответы, а получил еще больше вопросов. Мое задание — выяснить, что известно агенту. Заполнить пробелы. Проблема в том, что его держат под замком в крепости на севере. И единственный путь туда — через перевал Халфая. Я еду с пустынным отрядом дальнего действия. Но немцы окопались с флаками 88 и тяжелой техникой. Нам нельзя вступать в серьезный бой. Я избавлюсь от орудий и помогу отряду прорваться. Перевал хорошо охраняется. Здесь полно узких проходов и неприятных сюрпризов. Мне нужно обезопасить тыл и взять с собой пару мин для быстрого отхода. Полагаю, перевал не зря назвали тропой дьявола. Так, я могу выбирать, да? Или это у меня то, что есть? Новый предмет. Альфа, новый предмет. Как тут? Выколотка, да, наверное? Так. Браво, Чарли, Дельта. Что такое? Так. Так, это что у меня? Так. Давайте первоначально. Какая? Каркана, да, у меня? Или что? Ну-ка, давайте назад. М1Д Гарант. Вот это верхний у меня. Так, колебания прицела. Отдача. Меньше. Урон выше. Так, ну это у меня колебания прицела. О, какая гигантская. Так. Спрингфилд. Так. Винтовка Мосина. Урон больше, колебания прицела больше. Урон меньше, отдача больше. Так. Что-то вообще масштабирования нет, что ли? Вот даже так, защитного цвета. Ладно, не будем пока менять. Здесь у нас первый стенг. Так, точность, дальность меньше. Ох ты, точность. Ну, урон поменьше, зато точность. Вот так вот. Даже и не будем. Так, граната, граната. Так, динамит. Мощный заряд, который можно детонировать снайперским выстрелом. Фугас, растяжка. О, растяжка. Граната. Вот граната-то мне не нужна, наверное. Мне нужен фугас. Так, бинтов мне тоже много не надо. Мне... Так. Эсмина бы мне. Ну, ее не взять, да? Тогда... Ну, динамит. Так, у меня там... Ладно, возьмем динамит, мало ли. Так. Прицельная сетка. Ух ты, тут у меня такая, какие.
Ну, у меня пока никакой нет, так что что мне смотреть-то? Настройка винтовки. Так, стандартный прицел. Так, масштабирование. Отдача, так. Медный прицел. А давайте попробую его на всякий случай. Вот так вот. Медный прицел. Тут еще, конечно, какое-то оружие. Ой, нет. Ой, точность-то какая большая. Только ну, урон, правда. Ладно. Раз уж взял, то взял. Так, что у меня? Браво, да? Вот это браво у меня. Начать. Целых... Ух ты, времени сколько потратил. Итак, как устроить засаду? Теперь у меня, по крайней мере, растяжка есть. Это уже хорошо. Это огромный плюс, я вам скажу. Потому что меня никто не прикроет, кроме меня самого. Так, это уже хорошо, мне это нравится. И откуда я смогу забабахать сей шедевр? Так, надо, так, сохранить на всякий случай, мало ли. Так, у меня какие-то доп. Задания есть? Нет? Заново, так. Дополнительные задачи, коллекционные карты. Так. Снайперские позиции, дневники, дальние выстрелы. Что-то пока никого не вижу. Так, я, получается, в самом начале. Мост я обязан перейти без проблем. А иначе как это меня не пускать? И вот здесь уже можно осматриваться. Так. Наверх ползти. Или вот так вот красться. Ну, по идее-то надо красться. Тут вообще выстрелов мало должно быть. Так, динамит, растяжка мина, аптечка, четверка, это что у меня? Гранаты должны были быть. Блять, гранат нету. Что будешь делать без гранат? Задачи-то основные какие? Исследуйте поселок в горах. Исследуйте. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Ай-яй. Что за... Итак. Давайте посмотрим, что мы имеем. Службу несут. Из рук вон плохо. Вот что мы имеем. Так, ну давайте, время есть. Пробежимся вот сюда. Что-то же мы здесь оползали. Да нет, встань, встань, встань. Понятно. Это можно вот так вот исправить. Вот и вылазь. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Пулеметчик ты мой.
Кто у вас таких баранов подобрал? Так, стоять. Ты вот не хочешь прийти посмотреть, что с твоим товарищем стало там? Серьезно? Неужели ты не заботишься о судьбе своего сослуживца? Да. Убийство в ближнем бою. Обыщем. Так. Ну, он на дальнем горизонте был, поэтому его навряд ли схватятся так быстро. Так, что у нас еще имеется? Так. И вот здесь вот труп обыщем. Тоже. Так, 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 так. Ага, не перепрыгнуть. Путь один. Хоп его. Просто хоп, нету. Ой. А ведь ему еще жить да жить. О, ну-ка назад. Оружие, уровень, спокойнее, расстояние 33 метра. Какая прелесть. Спокойный, значит, да? Вот как он меня не видит? Это же пипец. Спокойнее. Сейчас я нарушу твой покой. Не забывай, мой дорогой. Тебе настанет час хана. Блин. Подорвать бы тебя. Так, наверное, было устроено, чтобы вот я подорвал его. Так. А куда мне надо идти? Туда смотреть. Вот как он меня не видел? Я же практически на него шел. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. А, кстати, обыскивать надо трупы же. Этот я обыскал? Нет, не обыскал. Вот что-то нашел. Я должен тут был тихо, да, проходить? А, я тихо и прошел, ладно, только скрытно, может быть. Бабушки сказали, бабушки. Смотрим. Не муму. Так, а я бы там и не прошел бы, да? Используй цифровые клавиши, чтобы быстро выбрать предмет или... Так и так этим делаю. Что за подсказки? Мне ваши подсказки не нужны здесь. Это мы и сами с усами.
Так. Не спешим, не спешим. Смотрим, выжидаем. Так. Вот так. Пометили. Вышка. Я так думаю. Первое. Исследуйте поселок найти в горах. 88. Да без проблем, исследуем сейчас. Блин, вот на эту подняться, да и просто исследовать. Растяжки в узких местах. Да, можно. Ладно. Ой, ой, где-то что-то загремело. А, там тоже можно было пройти, да? Интересно, тут есть, нет, люди-то? Нет. Ну что ж, на этом все. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки. Оставляйте ваши комментарии. Пока.